До 1 января все чиновники Якутии подпишут кодекс этического поведения госслужащих. Об этом заявил руководитель республики Егор Борисов. Согласно документу, чиновникам запрещено грубить гражданам, а к своим непосредственным обязанностям они должны относиться добросовестно. В документе, в частности, содержатся следующие строки. «Обязуюсь не допускать грубости, равнодушия, высокомерия, проявлений пренебрежительного тона в адрес граждан, не допускать волокиты в ходе рассмотрения обращений». Конец цитаты. Неисполнение данных требований может закончиться увольнением нерадивых чиновников. Главой Якутии Егором Борисовым принято решение о повышении индивидуальной ответственности государственных и муниципальных служащих республики. Это решение позволит применить единый подход к пониманию и соблюдению всеми чиновниками Якутии установленных этических требований. Документы станут для жителей республики гарантией скорейшего решения волнующих вопросов, рассмотрения обращений в минимально возможные сроки, а проблема безразличного отношения служащих к простым людям, надеюсь, уйдет в прошлое.